Hello, my friends! Сегодня у нас второй урок темы Hats and Bats. Today is the 28th of January. Сегодня 28 января. The aims of the lesson. Цели урока. Ты узнаешь название видов спортивных игр. Ты научишься рассказывать, в какие игры ты умеешь и не умеешь играть, используя can, can't. Let's go. Итак, для начала мы с вами сейчас повторим слова по пройденной теме. Let's revise the previous words. So listen to me more attentively and repeat after me. Слушаем и повторяем за мной. Swimming. 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 Плавание. A swimsuit. A swimsuit купальный костюм. Еще раз. Swimming. Swimming. Плавание. A swimsuit. A swimsuit. Купальный костюм. Swim shorts. Swim shorts. Шорты для плавания. Swim cap. Swim cap. Шапка для плавания. Swim shorts. Шорты для плавания. Swim cap. Шапка для плавания. Swimming goggles. Swimming goggles. Очки для плавания. Ride a bike. Ride a bike ride a bike, кататься на велосипеде, swimming goggles, swimming goggles, очки для плавания, ride a bike, ride a bike, кататься на велосипеде. Bike, Байк. велосипед, helmet, helmet, шлем. Байк, велосипед, helmet, шлем, карате, 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 кимоно, 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 еще раз, карате, карате каратэ, карате, кимоно, кимоно, Повторяем самостоятельно. Белт, белт, ремень. Боксинг, боксинг, бокс бельт, ремень, боксинг, бокс, box. a boxing helmet, a boxing helmet, боксерский шлем, boxing gloves, boxing gloves, боксерские перчатки A boxing helmet. Боксерский шлем. Boxing gloves. Боксерские перчатки. Great job. Do you like? Ты любишь? Вопрос. What do you wear for swimming? Что ты надеваешь для плавания? I wear a swimsuit. Я надеваю купальный костюм. I wear переводится я надеваю. I wear swim shorts. Я надеваю шорты для плавания. Второй вопрос. What do you wear for riding a bike? Что ты надеваешь для катания на велосипеде? I wear a helmet. Я надеваю шлем. Do you like a boxing? Do you like a boxing? The box. Yes, I do. The да, Lublu. No, I don't. Нет, не люблю. Ilium. Do you like a swimming? The любишь плавание? Yes, I do. The да, Lublu. No, I don't. Нет, Nilu не Blue. Good job. So let's learn new words. Давайте изучим новые слова. Итак, слушай меня внимательно и повторяем за мной. Баскетбол. 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 Баунс the ball. bounce the ball. Бить по мячу. Catch the ball. Catch the ball. Ловить мяч. Throw the ball. Throw the ball. Бросать мяч. Еще раз. Баскетбол. 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 Первое. Bounce the ball. Bounce the ball. Бить по мячу. Второе. Catch the ball. Catch The ball. Ловить мяч. Throw the ball. Throw the ball. Throw the ball. Первое слово звучит как... Th, то есть язык у нас идет к зубам. Throw the ball. Бросать мяч. Football, 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 football. Kick the ball, kick the ball. Peanut match, stop the ball. Останавливать match. Еще раз. football, 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 football. Kick the ball, kick the ball. Peanut match, stop the ball. Stop the ball. Останавливать мяч. Следующее. Tennis, 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 tennis. Hit the ball. Hit the ball. Hit the ball. Hit the ball. ударить по мячу. Еще раз. Теннис. 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 Хит the ball. Hit the ball. Ударить по мячу. Примеры. The boy bounces the ball. Мальчик бьет по мячу. Второе. The boy throws the ball into a basket. Мальчик бросает мяч в корзину. Баскет – это корзина. He kicks the ball. Он пинает мяч. Don't hit the ball. Не бей по мячу. Don't throw the ball. Не бросай мяч. Don't – это означает отрицание, то есть нельзя делать. Don't hit the ball. Не бей по мячу. Модальные глаголы can и can't. Can используется, когда объект умеет что-то делать, то есть способность. Например, I can catch the ball. Я умею, могу ловить мяч. Can't или cannot используется в отрицательной форме, когда объект не умеет, не может этого делать. I can't bounce the ball. Я не умею, не могу бить по мячу. Например, вопрос. Can you throw the ball in basketball? Умеешь ли ты бросать мяч в баскетболе? Yes, I can. Да, я умею. No, I can't. Нет, не умею. Can и can't. Произношение. Can помягче. Can't немножечко тверже звучит. Итак, переходим к заданиям. Look, listen and choose. Посмотри, послушай и выбери картинку. It is a sports game. Players bounce the ball and throw the ball into the basket. Второе, второе задание: Read, look and choose a word to finish the sentence. Прочитай, посмотри и выбери слова, чтобы закончить предложение. I can, I can. Вопрос звучит так: What can you do? Что ты умеешь делать? What can you do? Соответствие с картинками, да? Выбираем правильное предложение. И последнее задание. reading complete sentences in according to the pictures. Прочитай и дополни предложение в соответствии с картинками. Да? То есть фразы, которые мы с вами прошли. Например, бросать мяч, пинать мяч да? и так далее. The boy can. Второе. He can. Третье. They can't play. Название спорта. подошёл so, к The lesson is over. Thanks for your attention. Goodbye.